Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал. В сегодняшнем выпуске Скарлетт Йоханссон, Джах Халиб, Сергей Бабкин, Дэниел Крейг, Юлия Беретта, Максим, Анастасия Приходько, Боб Дилан, Эмма Стоун и Любовь Успенская. Рад вас снова здесь всех приветствовать. Надеюсь, у всех замечательное настроение. Я, как обычно, для вас подготовил интересный выпуск новостей. Не забудьте поставить палец вверх авансом, сразу прошу вас. Ну и, собственно, начнем сегодняшний выпуск. А начну я его со Скарлетт Йоханссон. Я уже делал несколько роликов, в которых я говорил о том, что она сейчас судится с компанией Disney из-за фильма «Черная вдова». Ну, в общем, сейчас не об этом. Как оказалось, Скарлетт Йоханссон беременна. После того, как появились слухи о том, что Скарлетт Йоханссон беременна, ее муж Колин Джост таки подтвердил эту новость. Для тех, кто не знает, Скарлетт Йоханссон замужем за комедийного актера Колина Джоста. Также он является стендап-комиком, ну, в общем, тоже известный человек. И вот совсем скоро у них появится ребенок. Теперь мы можем понять, почему Скарлетт Йоханссон так активно решила судиться с компанией Disney. Можно все списать на гормоны. Но это я, конечно, прикалываюсь, надеюсь, вы это понимаете. Не знаю, насколько у нее получится, конечно, выиграть у компании Disney, но то, что она станет скоро в очередной раз мамой, напомню, это не первый ее ребенок, это замечательная новость, чем ее можем и поздравить. Поэтому для поклонников Скарлетт Йоханссон, я думаю, это замечательная новость, можно порадоваться за женщину. Джах Халиб. Для тех, кто не знает, это казахский, азербайджанский, я в общем не знаю, русскоязычный парень, который живет в Казахстане, в Киеве и в России, в общем, человек мира, скажем так. Дал интервью очередное. Видел я как-то его интервью на канале Дмитрия Гордона, что для меня было в принципе неожиданно, потому что это все-таки рэп-исполнитель и вдруг у Дмитрия Гордона. Но вот вчера я посмотрел его интервью на канале Лауры Джикейли. Не думал, что что-то интересное снова он там расскажет. Понятное дело, что снова там много повторял тех тем, которые уже обсуждалось. Кстати, я хочу сказать, что несмотря на то, что он азербайджанец и казах, я так понимаю, 50 на 50, почему-то живет он в Киеве. Москва как-то ему не зашла. Вот видите, а Киев его вдохновляет. Об этом он еще говорил в интервью Дмитрия Гордона. Видите, как Украина многих артистов вдохновляет на какие-то хорошие песни. Ни в коем случае не хочу обидеть никакую другую страну. Я думаю, что везде можно найти вдохновение, в каждой стране. Просто, видимо, каждому артисту индивидуально нужна та или иная страна или кто-то или иной город. Но вот Джах Халиб выбрал для себя город Киев, тут он черпает вдохновение. Ну дай бог, чтобы оно у него никогда не закончилось. Не знаю, есть ли на этом канале поклонники его творчества, вы можете об этом написать, но что хочется мне сказать. Я не буду обсуждать его интервью, если вам интересно, вы можете перейти на канал Лауры Джигелия и, собственно, посмотреть весь выпуск. Когда речь зашла об артистах из первого эшелона, как они себя любят называть, высшего, элита российского шоу-бизнеса, интервьюер Лауры спросила по поводу Филиппа Киркорова, что он думает, и вот Джах Халиб меня очень сильно удивил. Он не постеснялся и сказал вот именно все то, что о нем думает большинство людей. А ведь это правда, что человек уже в таком возрасте немного не в себе и странно одевается, и вот эти вот его какие-то попытки привлечь к себе внимание, хайп и так далее, все это выглядит нелепо и смешно. Собственно, Джах Халиб это все озвучил, а теперь самое интересное, вот мне хочется понять, а будет ли какая-то ответка со стороны Филиппа Киркорова, так же, как он яростно отвечал Наталье Крапивиной. Конечно, нет, понятное дело, мы с вами уже поняли, Филипп Киркоров никогда не вступает в конфликты с мужиками, понятно, поэтому ничего не будет. Ну, кстати, он не то, что он как-то, знаете, там с какой-то желчью, ненавистью, он абсолютно спокойно и нейтрально это как-то преподнес, что я не считаю, что он пытался каким-то образом обидеть Филиппа Киркорова, ни в коем случае, вот лично я ничего в этом не увидел. Ну, вот вы можете сами посмотреть. Он странно очень выглядит на сцене. Ну, вот молодежь как на него смотрит. Мне кажется, они думают, блин, какой-то взрослый дяденька, одетый непонятно во что, непонятно. На мой взгляд, человек просто реально озвучил мнение большинства людей. Конечно, не всех, естественно, у Киркорова есть поклонники, которым наверняка все это нравится. Ну, либо Киркоров так это все преподносит. Но я уже тоже об этом говорил неоднократно. Мне тоже кажется, что Филипп Киркоров немного не понимает, что ему не 30, и иногда нужно все-таки соответствовать своему возрасту. А в последнее время, я смотрю, чем старше он становится, тем все трешовее и трешовее у него какие-то и наряды, и клипы, и какие-то коллаборации непонятные. Ну, в общем, в любом случае, Киркоров вправе делать все, что угодно. Никто из нас не будет ему указывать. Мы лишь только можем об этом поговорить, высказать каждое свое мнение. И на этом, как говорится, все. В общем, пишите свои комментарии, как вам такое откровение Джаха Халиба. Согласны вы с его мнением или нет, вы можете об этом все написать.
Не знаю, смотрели вы или нет такой сериал «Корона». Уже было 4 сезона, я их посмотрел на одном дыхании, мне очень нравится. Понятно, что название сериала «Корона» говорит само за себя. То есть это сериал, посвящен королевской семье Британии. Там описываются многие моменты, которые были в реальности. Не знаю, насколько все это в сериале соответствует действительности, но тем не менее, мне очень интересен этот сериал. Мне он прям зашел, 4 сезона. И вот совсем скоро выйдет 5-й. Элизабет Дебики и Доминик Уэст будут исполнять роли принцессы Дианы и принца Чарльза в 5-м сезоне «Корона». Для тех, кто не видел, я вам рекомендую посмотреть. У вас как раз будет время первых 4 сезона посмотреть, а мы как раз будем ждать 5-го. Это я говорю для тех, кто тоже смотрит и ждет 5-й сезон «Корона». Кстати, пишите, кто смотрел, кто не смотрел. Как вам сериал, как вам эта работа? Мне очень понравилось, достойно. Переходим к следующей теме. Буквально во вчерашнем ролике я рассказывал о том, что народный артист Павло Зебров очень был обижен и возмущен на продюсеров и организаторов юбилейного концерта в Украине, посвященному 30-летию независимости страны, куда Павло Зеброва не позвали, и мало того, еще его песню «Хрещатик», которую он всегда всю жизнь исполнял, именно, кстати, в его исполнении я эту песню всегда и знал, эту песню почему-то предложили исполнить Сергею Бабкину, бывшему участнику группы «Пятница». Павло Зебров попросил Сергея Бабкина с этических соображений не исполнять эту песню. И вот, что бы вы думали, Сергей Бабкин таки отказался петь песню «Хрещатик» на концерте в Мариинском дворце по просьбе Павла Зеброва. Ему дали хит другой, «Зеленый гай». Об этом рассказала жена певца Павла Зеброва Марина Зеброва. Вот знаете, что самое удивительное и самое нелепое во всей этой истории, что концерт должен как бы объединить всех, а получается наоборот. Видите, какое-то разъединение, обиды, тех не позволяет. Позвали, этих не позвали. Ну, это странно, честно. Я не могу понять, почему Павла Зеброва не позвали, потому что все-таки он является одним из таких легендарных, можно так сказать, певцов украинской эстрады. Тем более он, вот эта его песня «Хрещатик», это его визитная карточка. Но мне непонятно, честно. Но видите, продюсеры так решают, им виднее. Продюсер сказал, что Павло Зебров очень сложный человек, тяжелый у него характер. И тут как бы он никого не удивил, поскольку мы уже с вами давным-давно поняли, что все творческие люди, они все со сложным характером, со своими какими-то странностями, тараканами в голове и еще какими-то прибамбахами, поэтому странный очень аргумент. Не думаю, что здесь проблема в характере, думаю, это что-то личное, скорее всего. Но это странно, честно. Но как есть, в любом случае, надеюсь, что концерт людям понравится. Так масштабно к этому всему готовятся, надеюсь, что люди будут довольны. Интересная новость про британского актера Дэниела Крейга. Для тех, кто не знает, это он сыграл легендарную роль Джеймса Бонда. Ну, не только, конечно. Ну, в общем, известный достаточно актер. И тут о нем стали много писать. В чем же суть? Сначала я скажу, что состояние Дэниела Крейга оценивается в 160 миллионов долларов. Не знаю, много это или мало для таких людей. Для меня это, конечно, нереальные деньги. У меня таких никогда не было. Но для них, возможно, это не такие большие деньги. Я, если честно, вообще не понимаю, как они это все подсчитывают. Вот такая вот сумма фигурирует в его доходах. Так вот, 53-летний британский актер Дэниел Крейг в интервью журналу Candice Magazine заявил, что не планирует оставлять наследство своим детям, поскольку это не принято. Вот как он это все прокомментировал. «Я не хочу оставлять большие суммы следующему поколению. Я считаю практику наследования довольно неприятной. Моя философия заключается в том, чтобы потратить или раздать все средства перед смертью». Вот так вот все прокомментировал это Дэниел Крейг. Интересная, конечно, у него позиция. С одной стороны, я, в принципе, его могу понять, потому как это его деньги, он их зарабатывал, и ему решать, куда их девать. С другой стороны, видите, у нас же все-таки у многих людей принято все отдавать своим детям, внукам и так далее, то есть по наследству передавать. А вот здесь вот такая вот позиция. В любом случае, каждый человек имеет право на свое мнение, на свою позицию, тем более распоряжаться своими деньгами. Если он так решил, это его право, пусть так поступает. Но вот как вы относитесь к этому? Как вам такая вот новость и такой новый подход к жизни, особенно что касается наследства? Считаете ли вы правильным это решение или как вы все-таки по старинке считаете, что нужно это все отдавать внукам и детям? Вы знаете, тут еще такой момент, бывают же дети и внуки разные, которым вообще-то 300 лет, извините, не тарахтел ни в одном месте, а потом, когда касается дела наследства, то они тут как тут уже начинают над твоим бездыханным телом уже летать и думать только о том, чтобы ты все им переписал.
писал. И такое бывает. Вот в моей жизни, к счастью или к сожалению, сложилось так, что мне не приходилось ничего ни с кем делить. Это, знаете, как говорят, нет квартиры, нет проблем, нет машины, нет проблем. Когда у тебя ничего нет, тебе и делить ничего не надо. И проблем у тебя никаких не начинает возникать с этим наследством. Я как посмотрю на своих знакомых, постоянная какая-то война, борьба за эти деньги, за эти машины, квадратные метры. И думаю, боже, наверное, классно, что в моей жизни мне не пришлось через это все проходить. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, плохо, потому что у меня ничего нет. Какая разница? Главное, жить на позитиве, и все будет замечательно. Если надо, заработаем, правильно? Но уж точно я бы не хотел участвовать в этой, знаете, дележке имущества, потому что там такое начинается, страшное дело. Ну и вот Дэниел Крейг считает, что дети должны сами добиваться всего, и эта практика наследования, передавания денег своим детям и внукам неприятна ему, имеет полное право. Жду ваших комментариев. Ну а дети, я думаю, его как минимум очень сильно удивились и не поняли, что произошло с папой. Ведь вы понимаете, все детки богатых артистов, ну не только, в принципе, богатых людей, очень сильно рассчитывают на то, что мама и папа, бабушки, дедушки обеспечат их безбедную жизнь. А в этом случае нет, вот такой вот облом им папа устроил. Ну а что, правильно, пусть идут сами зарабатывают, а то попривыкали, вот это, понимаете, на маминой и папиной шее сидеть пожизненно. Переходим к следующей теме. Пару слов про рэпершу Лизо или рэпера, я уже не знаю, как правильно говорить, Лизо. Ну, в общем, это женщина-певица, давайте так назовем, которая исполняет песни в жанре рэпа. Если вообще это можно назвать жанром каким-то. Для меня рэп — это просто какая-то начитка каких-то слов под бит, вот и все. Для меня это сложно назвать музыкой, но это мое личное мнение, я его уж точно менять не буду. Так вот, Лизо стала рекордсменкой книги рекордов Гиннесса, в общем, попала она туда, в эту книгу. А все почему? Потому что для съемок в клипе Cardi B она сделала себе самые длинные косички в мире, длина которых составила 13 метров 25 сантиметров. На что только не идут артисты, понимаете, чтобы эпатировать свою любимую публику. Честно признаюсь, ни одной песни не знаю исполнительницы Лизо. Про Cardi B я слышал, даже какие-то треки ее слышал, а вот про Лизо ничего не знаю, но и не страшно. Это не говорит о том, что она не популярна, судя по всему, очень даже. Я уже говорил и повторюсь, это лишь только потому, что рэп — это не моя стезя, мне здесь ничего не нравится, поэтому ничего против них не имею. У них есть своя армия поклонников, пусть себе слушают, наслаждаются, а я послушаю Моцарта и Баха. Да шучу я, конечно. Светку Лободу я слушаю по утрам. Каждое утро просыпаюсь и начинаю. К черту любовь и все такое. В общем, переходим дальше. Ну и теперь очень неприятная новость, которая меня немного удивила. Я уже рассказывал о ситуации вокруг Максим, что сейчас начали какие-то странные слухи расползаться о том, что якобы это все было не так, как нам преподносили, что все это, оказывается, задуманный пиар и так далее. Я отказываюсь в это верить, но тем не менее, видите, новости все хуже и хуже появляются. Так вот, бывшая участница группы Стрелки, если еще кто-то помнит такую группу, была когда-то там в 2000-х, наверное. В общем, давно была такая группа, может, даже в 90-х. Так вот, вот эта бывшая участница группы назвала болезнь Максим грязным пиаром. И вот что она пишет. Я искренне не понимаю и не приемлю такие интриги и игры с судьбой. Но сошла ты с дистанции, но потеряла что-то, упустила, ведь время бежит и тренды меняются. Но вкусившая однажды славы девочка из провинции не может так легко смириться с ее отсутствием. Вот так прокомментировала это Юлия Беретта, бывшая участница группы Стрелки. Также она подчеркнула, что спад популярности не является оправданием хайпа и игр с болезнью. Юля сказала, что сначала сопереживала коллеге, но история с нахождением в реанимации слишком затянулась и не имела никаких доказательств. Вот так вот. Я не знаю, почему вдруг бывшая участница Юлия Беретта решила об этом заговорить. Видимо, она чего-то знает или тоже решила сейчас она хайповать на этой всей теме. В общем, зашел я на ее инстаграм, у нее там 172 тысячи подписчиков. Немало, немного, но тем не менее, вот столько есть. Смотрел я ее посты предыдущие. Сколько там комментариев, какие охваты, в общем, там по 40, по 30 комментариев. И вот, что бы вы думали, именно вот этот пост, где она обвиняет Максим в грязном хайпе, там больше 2000 комментариев. То есть, понимаете, да? С 40 комментариев на 2500 комментариев. Это во сколько тысяч раз сразу не увеличились охваты. И вот теперь я задумался, а не хайпует ли сама Юлия Беретта на этом всем? Но даже если это, предположим, было и так, немного она переходит грань уже, знаете, вот эти
эти вот приколы, которые нас сейчас посвящают. Она стебется, откровенно говоря, над Максим у себя в Инстаграме. Тут по-другому не скажешь. И, как по мне, если ты уже делаешь такое громкое заявление, то ты должна какие-то доказательства предоставить, что это действительно правда. Ну, в общем, история непонятная, неприятная. Если, не дай бог, окажется в какой-то момент, что это таки правда, и Максим на этом всем хайповала, ну, честно, я буду в шоке, потому что я искренне переживал и сопереживал ей, как и многие, не то что тысячи, миллионы людей, которым не безразлично было, чтобы у нее все было хорошо, и она поправилась. Надеюсь, что все-таки это не пиар. Вот в данной ситуации я не могу утверждать, кто из них говорит правду, кто врет, но исходя из того, что я уже сказал, по охватам, как по мне, то сейчас как раз-то вот эта Юлия Беретта, о которой, наверное, вообще все забыли, а кто-то вообще не знал даже, что есть такая когда-то в прошлом исполнительница группы «Стрелки». И вот благодаря вот этой всей ситуации с Максим, мне кажется, она сейчас хайпует. Но в любом случае время покажет. Не буду ничего пока что утверждать на 100%. Возможно, у кого-то есть какая-то информация, пишите в комментариях. Я буду вам очень признателен, если вы с нами поделитесь какими-то секретами. Точнее, не секретами, а правдой. Хочется просто понять и разобраться, кто же в этой ситуации все-таки врет. Но я пока что на стороне Максим. Ну а вы мне напишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Переходим к следующему герою. Тут, кстати, Полина Гагарина присоединилась к челленджу Филиппа Киркорова, как можете видеть на этом видео, решила тоже побить тарелок. Как понимаете, дурной пример заразительный. Что тут скажешь? Филипп Киркоров диктует тренды. Полина Гагарина подхватила, там, глядишь, может быть, и другие артисты подтянутся. Еще одна восставшая из ада, Анастасия Приходько. Ну, как вы поняли, эта женщина у нас славится только тем в последнее время, что постоянно на ком-то выезжает. То она решила там за счет Ани Лорак хайповаться, я уже об этом делал не одно видео. Теперь она перешла к тиктокерам. Кто бы вы думали, ее не устроил? Конечно же, это Даня Милохин. У меня только один вопрос. Настя, как тебе лично мешает жить Даня Милохин? Он живет в Москве, у нее своя аудитория. Ты живешь в Украине, в Киеве, по-моему, если я не ошибаюсь. У тебя своя аудитория. И я не могу понять, почему ты вдруг решила высказаться по поводу Дани Милохина. Ну, понятно, почему? Чтобы о ней снова поговорили. Ну, ладно, поговорим. Так вот, Анастасия раскритиковала жестко Даню Милохина. Вот что она говорит. Мужчина – это сила. Когда он одевается, красится и бегает с единорогом, пусть будет так. Как мать, я не хочу этого. Мужик должен оставаться мужиком. Так заложено природой. И я вижу тотальное появление мальчика в платьях, в париках. Для меня это неприемлемо. Куда мы идем? Что будет с планетой? Вот так высказалась Анастасия Приходько. Ну и что я теперь хочу сказать? Ничего, по сути, плохого она не сказала. Правильно она задала настроение. Я понимаю, зачем она это все делала. Для того, чтобы, так скажем, подсластить своей аудитории, которая, естественно, ее в этом сейчас поддержит, как и многие люди, и это нормально. Все бы ничего, если бы не одно но. Буквально вот совсем недавно Анастасия Приходько с другим тиктокером Машуковским, так его, по-моему, зовут, который также красится, одевается в женские платья. Вот буквально совсем недавно на презентации канала «Украина» в ресторане они мило позировали и улыбались, и ничего ее не смущало. Также она замечательно снимает тиктоки с этим Машуковским, который выглядит как женщина, еще похлеще Дани Милохина. В платьях также ходит. Вот это вот такое лицемерие Приходько меня просто удивляет. Настя, что с тобой, я не могу понять. Тебе нужно срочно обратиться к врачу, который тебе пропишет таблетки от склероза, потому что ты забываешься. На прошлой неделе выходишь на красную дорожку с одним тиктокером в женском платье накрашенном, и тут же через неделю, извини меня, решила обгадить другого, который делает, собственно, все то же самое. Но это смешно, честно. В общем, Приходько, как всегда, в своем репертуаре. Ляпает лишь бы что, главное, чтобы они поговорили. Поговорили. Теперь можете вы высказаться по поводу Анастасии Приходько. Что вы думаете? Пишите, не стесняйтесь. Женщине явно не хватает внимания. Давайте ей его уделим. Перенесемся в Голливуд. 81-летнего Боба Дилана подали в суд за растление несовершеннолетних. Вот вам, пожалуйста, приехали. Якобы он воспользовался положением, втерся в доверие к 12-летней девочке, а потом на протяжении 6 недель накачивал ее всякими запрещенными препаратами. Ну и, собственно, как вы понимаете, занимался тем, чем не должен был. Дело это все было в 1965 году, и той самой жертве уже на данный момент 68 лет. Страшные события в
в детстве, по ее словам, оставили большую психологическую травму, которую она не смогла вылечить до сих пор. Представители Боба Дилана считают, что дело дальше не пойдет из-за срока давности, однако потерпевшая успела подать иск в рамках закона Нью-Йорка о детях-жертвах. Он позволяет не учитывать прошедшее с момента инцидента время. Музыканту, скорее всего, не отвертеться, либо раскошелиться на шестизначную моральную компенсацию, либо сядет. В общем, не знаю, чем эта вся ситуация закончится, но, как вы понимаете, этих любителей молодых несовершеннолетних девочек и мальчиков много, и они по всему миру. И не только это артисты, это и политики, и бизнесмены, и просто обычные люди, никому неизвестные. Их очень много, видите, ситуация остается актуальной, поэтому я буду об этом говорить. Я лично верю этой женщине, прекрасно понимаю, что многие молчали, и многие молчат, и будут молчать. Поверьте, не каждый готов этим делиться. Мы уже с вами видели реакции на все эти ситуации. Все это я уже давным-давно понял. Даже если ты придешь и расскажешь, ты будешь жертвой, все равно тебя во всем обвинят. Но только не на этом канале, точно я этого делать не буду, потому что таких людей я буду только поддерживать. Очень жаль, что и Боб Дилан туда же. В любом случае, пока что мы не будем делать громких заявлений. Будет суд, посмотрим, чем вся эта история закончится, но почему-то я больше чем уверен, что эта женщина не придумывает. Хотя, кто знает, знаете, есть такие, которые и сочиняют ради денег, ради славы и так далее. Многие до сих пор не верят Прокловой, что это все было по-настоящему, видите. Все равно многие пишут о том, что она сама такая растякая, бегала там, раздвигала всем свои ноги, и во всем виновата только она. В общем, вот такая вот неприятная история с Голливуда. Заканчиваем с ней, переходим к следующей теме. Еще немного про Голливуд. Так вот, Круэлла, она же Эмма Стоун, для тех, кто еще не смотрел этот фильм, обязательно посмотрите, я вам рекомендую, оказалась гораздо хитрее Скарлетт Йоханссон. По сведениям таблоидов, Эмма Стоун разыграла в свою пользу судебный иск Скарлетт Йоханссон в переговорах с Диснеем. Напомню, что Эмма Стоун вслед за Скарлетт Йоханссон также подала иск против Диснея. Та же самая история, что фильм Круэлла вместе вышел параллельно на стриминговых платформах Диснея. Собственно, из-за этого они не собрали те деньги в кинотеатрах, от которых они также получают хороший процент. Так вот, в обмен за свою поддержку она получила от компании 8-значную компенсацию упущенных кассовых сборов с гонораром в 10 миллионов долларов. В то же время Скарлетт продолжает доказывать в суде тот факт, что в связи с одновременной премьерой фильма в стриминге и офлайн она недополучила прибыль. В общем, вот так вот получается. Беременной Скарлетт Йоханссон не повезло, а Эмма Стоун, не знаю, видимо, своей харизмой, улыбкой или так жилась в роль Круэллы, что смогла их обмануть. Но, видите, одной пока что не везет, а вторая заработала 10 миллионов долларов, с чем ее можно поздравить. Посмотрите на эту прекрасную фотографию, на которой вы видите, с одной стороны, Лариса Долина, а с другой стороны, Валя Карнавал. Ну, Лариса Долина, понятное дело, в молодости тоже. По сути, вот скажите мне, пожалуйста, а в чем здесь разница? Как по мне, по-моему, Валя Карнавал здесь намного еще скромнее выглядит, чем Лариса Александровна. Уж простите, но это я про эту фотографию. Это говорит о том, что все молодые выглядели, странно себя вели. И вот эта вот какая-то борьба между молодым и взрослым поколением, я так понимаю, она будет бесконечна. Очень часто вот эти вот артисты из первого эшелона элитного, они тоже забывают о том, что когда-то они были молоды, что-то подобное творили, выходили в очень откровенных нарядах, как Лариса Долина, ну и так далее. Поэтому просто нашел вот такую интересную фотографию, решил с вами поделиться. Ну, буквально немного еще про ситуацию с танцором Надей Дорофеевой. Я рассказывал о том, что он попал в неприятную историю, какой-то невменяемый дядя решил распустить свои руки, после чего этот танцор Евгений Гончаренко отправился в кому. Слава богу, что он из нее уже вышел. И вот последние новости. Отчим танцора Евгения Гончаренко рассказал, что он уже пытается вставать, сидеть и делать первые движения. А нападение, к счастью или к сожалению, он помнит, кроме последних секунд. В общем, как вы понимаете, еще у него впереди полная реабилитация, но слава богу, что он пришел в себя, вышел из комы, и желаем его скорейшего выздоровления. А с такой поддержкой в лице Нади Дорофеевой, я думаю, что все у него пройдет на ура. В общем, она его зарядит позитивом, хорошим настроением, ну и в принципе поддержит его и материально, я думаю, также. Я в это искренне надеюсь и верю. В общем, пожелаем Евгению Гончаренко скорейшего выздоровления, а тот человек, чтобы понес заслуженное свое наказание. Ну и вот хочется еще сказать для всех тех, которые очень сильно заводятся по разным поводам, от того, что какая-то неприязнь может быть возникнуть, еще что-то. Нельзя это все копить в себе, понимаете? Нужно быть толерантным и сдержанным. Если у вас какая-то агрессия внутри вас живет, понимаете, нужно с ней что-то
делать, потому что она может вот влиться вот в подобное, когда вы можете сломать жизнь и себе, и человеку. Поэтому, если вдруг вы заметили, что у вас живет какая-то скрытая агрессия, которой вы не можете справиться, то вам нужно обратиться к специалисту, чтобы потом вдруг в какой-то момент, не дай бог, своими руками никому не нанесли урон, потому что вы можете и человеку испортить жизнь и отправить его в мир иной. Соответственно, и свою жизнь тоже сломать. Никому это не нужно. Будьте добрее, терпимее и толерантнее. На стриминге уже состоялась премьера сериала «9 совсем незнакомых людей» о мужчинах и женщинах, которые приезжают на лечебный курорт в попытке сбежать от своего прошлого. Я уже говорил об этом. Николь Кидман сыграла в этом сериале иммигрантку Машу, хозяйку оздоровительного отеля, где и останавливаются герои. Так что вашему вниманию предоставляется очередная работа. Не знаю, насколько это будет интересно. Сериал «9 совсем незнакомых людей» новый стартовал. В главных ролях Николь Кидман. Посмотрим, как она справилась с ролью Маши. Но я в любом случае буду смотреть этот сериал, потому что я люблю Николь Кидман. Ну и вам заодно решил посоветовать. Возможно, кому-то это будет интересно. Ну еще немного про Любовь Успенскую. Все вы уже знаете, что Любовь Успенская наконец-то помирилась со своей дочерью Татьяной Плаксиной. Королева шансона выложила на своей странице в Инстаграме такой трогательный пост, где она обнимает Татьяну. Хочу заметить, что Татьяна выглядит шикарно. Видите, вот когда она была без мамы, что-то пошло не так, а вот только вернулась в гнездо родной мамы, как тут же стало цвести и пахнуть. В общем, шикарно выглядит, зубы сделаны, потому что после той аварии мы помним, что у нее была проблема с челюстью, слава богу, все восстановили. Надеюсь, что это так и будет навсегда. И вот как Люба это все написала: «Моя родная дочь со мной. Я никогда не сомневалась, что она вернется, потому что любовь всегда побеждает, а любовь матери – это самая большая сила на свете. Тот, кто в это верит, никогда не проиграет. И сегодня, благодаря этому, я полна сил, чтобы творить и радовать вас своим творчеством». Вот так вот окрыленно и вдохновленно написала свой пост очень трогательный Любовь Успенская. Порадуемся за Татьяну и Любовь Успенскую, что наконец-то в их доме и в отношениях между ними произошла оттепель. Все это, надеюсь, забудется, и больше Татьяна не попадет в подобные ситуации. Надеюсь, что Татьяна и Любовь сделают выводы из всех последних событий и больше не повторят тех ошибок, чтобы, не дай бог, не вернуться к тому, от чего они так долго пытались уйти. Ну, в общем, замечательная новость. Я люблю, когда у всех все хорошо, когда все здоровы, когда все счастливы. Кто-то рождается, кто-то женится. Даже когда разводы проходят с какой-то веселой ноткой. Потому что хорошие новости, они как-то наоборот тебя отвлекают, вдохновляют. А то и так столько всего не очень хорошего происходит. Поэтому, видите, на фоне этого всего есть куча замечательных новостей. Можем поздравить Любовь Успенскую и ее дочь с примирением. И дай бог, чтобы они никогда больше не ругались. А если вдруг это произойдет, то не доходило до тех масштабов и вот эти все ток-шоу и так далее. Ну и заканчивать я сегодняшний выпуск новостей буду, как обычно, интересной новостью про наших героев. На этот раз это педагоги-пенсионеры. В Бурятии педагоги-пенсионеры учат онлайн детей-сирот. В Бурятии реализуется проект «Учимся онлайн» вместе с серебряным волонтером. Площадкой проекта стал Центр социальной помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Основная задача – это социализация детей-сирот и детей. По словам авторам социального проекта, на онлайн-площадке с ребятами из числа воспитанников центра общаются опытные педагоги, находящиеся сегодня на заслуженном отдыхе. То есть, как вы понимаете, пенсионеры, они же педагоги, чтобы не скучать дома, они дальше продолжают помогать детям, не просто детям, а детям-сиротам, которым, к сожалению, в сложившихся обстоятельствах нет рядом родителей. Это очень классно, что есть такие проекты, где есть вот такие вот волонтеры-пенсионеры, чтобы не просто сидеть дома на лавочках, знаете, вот как многие бывают сидят, и они просто чувствуют себя ненужными, из-за этого начинают болеть, мучаться, страдать, депрессии и так далее. А здесь вот круто. Во-первых, и детям хорошо, и этим пенсионерам классно, что их вовлекли в такое нужное, правильное дело, за что им хочется огромное сказать спасибо. Вообще, я считаю, что все пенсионеры, они на пенсии не должны просто сидеть и смотреть телевизор. Им всегда нужно
нужно найти какое-то занятие, которое им могло бы приносить вот такое удовольствие. И очень круто, что есть вот такие социальные проекты, их на самом деле очень много, куда приходят, как вы понимаете, не только юные волонтеры, но и пенсионеры, которые приносят пользу нашему обществу. Спасибо за это огромное, а то, что они делают, это большое дело, они просто герои, вот правда. Пенсионеры, волонтеры из Бурятии, огромное вам спасибо за то, что вы остались неравнодушными и помогаете детям-сиротам. Спасибо вам. На этом я буду сегодняшний выпуск заканчивать. Надеюсь, он вам понравился, так же, как и все предыдущие. Вы мне можете об этом написать в комментариях. Я все читаю, пытаюсь учитывать ваши пожелания, замечания. Конечно, не всегда и все сразу, но, по крайней мере, я все это вижу, пытаюсь над собой работать. Спасибо за вашу правильную критику. Только не перегибайте палку. А то, знаете, я уже начинаю себя чувствовать каким-то учеником, а меня сейчас учителя решили разложить на атомы здесь. Спасибо, конечно, но, знаете, так давайте критиковать только без фанатизма. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Всем спасибо за поддержку этого канала, за то, что приходите, смотрите, пишите мне прекрасные такие комментарии. Как всегда, услышимся в следующем видео. Я всем желаю всего только самого наилучшего, чтобы никто не грустил, никто не болел. А если вдруг, то обязательно выздоравливайте. Смотрите хорошие новости, настраивайте себя только на позитив, хорошие мысли, и все будет круто. Услышимся в следующем видео. До скорых встреч. И вы помните, если вы куда-то уходите, обязательно возвращайтесь, потому что я всегда вас здесь жду с нетерпением. Услышимся в следующем видео. До скорых встреч. Пока-пока.